мне очень интересно, какие три основные выбора вы сделали в прошлом, что достигли вот того результата, что у вас сейчас есть. То есть вы сейчас живете богатой, счастливой жизнью, да, истинной богатой. Какие три выбора вы сделали в прошлом, что достигли такого состояния сейчас? Очень хороший вопрос. Вы молодец. Очень хороший вопрос. Большое вам спасибо. Первый – это когда я бросил три вуза, денег не было учиться, я принял решение, что я однозначно стану богатым, однозначно научусь это, и это обучаю многим людям. Uh-huh. Это тогда я принял решение, это 20 лет назад, в 95 году. Я стал студентом, три вуза бросил, денег не было учиться, уехал в Россию, чтобы подрабатывать. Но вот это было принять решение именно тогда, что я однажды стану богатым. Я научу этому многим людям, потому что деньги того не стоят, чтобы заставили тебя жить по-другому. Они того не стоят. Я один раз живу, и любой человек, один раз живет, он должен реализовать себя максимум. Второе. Когда я был еще маленьким, мне было 8 лет, моя мама отдала наставнику. Мой наставник мне многие вещи жизненной ценности обучал. Я принял решение, что до конца дней своей жизни буду планировать. То есть это означает, что человек не может знать, сколько лет он живет. Так? Но мы с вами знаем, что мы тысяч лет не живем. В среднем живем там 70-80 лет. То есть это означает, что до 30 лет это твоя... скажем, образование. 25 лет пока получишь образование, 5 лет чуть-чуть опыт, 30 лет уйдет, и после 60 у тебя нету такая активная энергия, как 30-летие. Поэтому я выбрал так. Я просто расписал свою жизнь до 100 лет. Интересно. 100 лет расписал, когда было мне еще 15 лет. И это до сих пор. Я тогда написал, что, например, стану доктор наук, когда мне будет 48 или 50 лет. Но я стал доктор наук 28 лет. Понимаете, это настолько, это выбор настолько мне продвинули, мне прет, что это слова мне предават. Я понял, что наше сознание имеет способность быстрее материализировать и быстрее продвигать вас вперед, чем вы даже думаете. Поэтому очень важно, проблема людей в том, что они точно не знают, что хотят. Да. Они просто точно не знают. Они просто живут по течению и так далее. Вот это второй выбор, который кардинально, действительно формировал мою жизнь. Я расписал все то, что... Это так, я писал, что хотел бы, чтобы в моей жизни было. Сколько детей, где я хотел бы побывать, сколько там миллионером быть, бизнесом быть, что я хотел делать. Самое интересное, когда я почитал этого, вот это записа, которое написали еще там 14-15 лет, когда это почитал, мне было 38 лет, почти из того, то, что тогда написал, около 70-80% из этих вещей, даже, может быть, даже около 90% из этих вещей уже было в моей жизни. Я сидел, был в шоке, думал, ух ты, вот она секрет, вот она могущественная сила, можно сказать, сознание человека. Я был восхищен этим для себя, это было для меня открытие, потому что это мне никто не обучал. Это я просто делал, и я не могу это называть дело случайности. Я точно знаю, что жизнь, она как один день. Если этот день не планируешь, сам не заметишь, как она исчезла. Туда-сюда, чуть-чуть поговорил, чуть-чуть посидел, чуть-чуть полежал, и нету его. Вот то же самое. И третий выбор. Я всегда очень хорошо понял одну важную вещь, когда в жизни что? Единственная вещь, которая создает справедливость в обществе, и единственная вещь, которая дает доступ к мечте и цель, это образование, это знание. У тебя нету деньги, у тебя нету возможности, у тебя нету связи. Но ты же можешь книжку прочитать? Хорошо, да, конечно. Ты можешь искать тех, у кого они есть, и учиться у него. Это означает, что надо иметь доступ к наставнику. Если ты имеешь доступ к себе наставнику, то есть людей, которые уже умеют делать то, что хочешь ты, да это круто, экономит время. Да, я с вами согласна. Вы меня спросили, три выбора. Это три выбора, которые реально повлияли мою личность и кто я есть на сегодня. И я так благодарен судьбе, что тогда мне давали это понимание и давал такие мысли, внушал такие мысли. Не знаю, это как благодаря Всевышнему, что ли, или благодаря чего, или обществу, или сама жизнь, что ли. Но это факт, что эти вещи мне создали. Очень хорошо сказали, эти вещи меня создали.